Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos. Elijan el idioma y por supuesto no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. Что ты здесь делаешь, а? Я... Так, у тебя трос есть? Мне не нужен трос. У меня хорошая машина, она сейчас заведется и поедет. Как обычно. Ребят! У тебя троса нету? Да заглохло. Ну, давай. Алло, Макс, а ты где? Мне Алмазов уже 3 раза звонил, он начинает злиться, ждет тебя. Коль, у меня проблема. Я тут саму Ковалеву притащил в сервис на тросе. Какая Ковалева, Макс? Это не смешно уже. Короче, я подумал, если сама судьба мне посылает Ковалеву в виде препятствия, то с Алмазовым мы не работаем. Макс, ты обалдел, что ли? Работаем, как договаривались, вот 40. Так, мне сам Потап его посоветовал. Потапову я доверяю к самому себе. В эту дурь не надо верить. Все, Николай Петрович, до связи. Ну что? Слушай, спасибо большое, что ты меня из пробки выручил. Место вообще нормально? Отличный сервис. Ладно, сколько я должна тебе за буксир? Коля, я за буксировку не беру. Ну, ты потратил на меня столько времени, скажи, сколько? Ты сейчас откупиться пытаешься? Нет, я пытаюсь просто сказать спасибо. Ну вот и скажи мне по-человечески спасибо, не надо деньги совать, а. Максим Викторович, да. Я все посмотрел, в принципе, все в порядке. Единственное, только стартер полетел. Правда, таких уже не выпускают. Надо перебрать. Починишь? Да. Сколько времени надо? Думаю, к утру справлюсь. Ну, работай. Понял. Здравствуйте, девушка. Я бы хотела заказать машину. Какой здесь адрес? Ну, давай скажу. Девушка, отмените заказ. Крышаков, ты что делаешь? Я веду себя как хам. Тихо. Садись, пошли. В смысле? Да... Ты же так обо мне думаешь? Я вообще о тебе не думаю. Садись. Поехали в ресторан. Какой ресторан? Слушай, мне кажется, это хорошая идея. Отметим встречу двух идейных врагов. Мы с тобой сколько не виделись? Лет 15? Это была бы прекрасная идея, но, думаю, твоему начальнику она не понравится. Какому начальнику? Ну, Николаю Петровичу или у кого ты там водителем работаешь? Так, он хороший мужик, поймет. А, и позволяет женщин водить в рабочее время по ресторану. Ну, без проблем. Хорошо, Крышаков, я поеду, но только чтобы тебе больше влетело. Ты совсем не изменился. Ремень пристегни. Короче, мы поехали. Здравствуйте, Максим Викторович. Добрый вечер. Вы за свой столик или... Зал. Я смотрю, ты здесь завсегдатай. Ага. Персонал относится к родному. Не знала, что водители так хорошо зарабатывают. Присаживайтесь. Спасибо.
Понимаешь, я иногда подрабатываю извозом на машине шефа. Ну, так тихонько, чтобы он не знал. А вот если бы учил математику в школе, а не прыгал в окно, как последний бездельник, мог бы сам начальником быть. Что выросло, то выросло. Только не вини себя ни в чем, Ковалева. А с какой-то стати я должна себя винить? Ну, понимаешь, мне иногда кажется, что ты винишь себя в том, что не сделала из меня нормального человека. Ты слишком много на себя берешь. Мне до тебя нет никакого дела. О, понимаю. Сама как? Отлично. У меня любящий муж, прекрасная дочь, дом в поселке свой. Здорово. В прошлом году защитила докторскую по теме «Предельное множество в топологических пространствах». Тебе, правда, наверное, это ни о чем не скажет? При мне не стоит употреблять умных слов. Я собиралась защитить кандидатскую, но так глубоко раскрыла тему, что дали докторскую. Класс. А машину почему не поменяла? Руки не доходят. Ну, правильно. Двигаем науку вперед, давай. Здравствуйте, Максим Викторович. Какая уж там машина? Обалдеть! А сколько тут комнат? Три. Три. И в центре. Да ты завидный жених. Ну да. Можно ли с вами познакомиться поближе? Всегда пожалуйста. Жалко только, что ты машину отдал. Как же ты теперь со своей ногой будешь? Давай закроем эту тему. Я так все забрал, дочке не помогаю. Так дела не делаются. Забей, у тебя травма. Тебе нужно помогать сейчас, понимаешь? Ну, да. Знаешь, что я придумала? А давай мы продадим мою тачку, туда добавим деньги, которые тебе бывшая должна, и как раз хватит на новую машину из салона. Так как неудобно там просить что-то. Не знаю. Неудобно с костылем на маршрутках ездить. Неудобно. Неудобно. Ну, поговорю. Тем более, ты говорил, что твоя бывшая сейчас репетиторством зарабатывает, да? Хорошо, хорошо, я спрошу. Слушай, зачем я к тебе переехала? Потому что мы решили жить вместе. Нет. Нет? Нет. Может, я теперь могу тебе делать массаж каждый день. И ты у меня очень быстро выйдешь на поле. С костылем? С мячом. Ну, за странную встречу. Ну, это последний. А ты женат? Извини. Да, Леночка? Да, конечно, скоро встретимся. Угу. Целую, пока. Пока. И дети есть. Да, Аллочка. Нет, я ничего не забыл. Я сегодня буду. Обещаю. Все, целую, обнимаю. Пока. Пока. Ну, вот как-то так у меня с личной жизнью. Я и не сомневалась. Зато я никому не морочу голову, не обещаю жениться. Официант! Рассчитайте меня, пожалуйста. Это юмор такой, Максим Викторович. Может быть, вас тоже рассчитать? Угу. Ковалев, спрячь деньги. Я хочу рассчитаться. Это мой ресторан. И все, что здесь есть, вплоть до последней салфетки, мое. Еще я владелец строительного концерна «Атлант». Я построил здесь полгорода. А еще я выиграл тендер на строительство самого большого моста в этом городе. Ничего не слышала об этом. Миш, принеси бутылку 30-летнего коньяка. Здесь кому-то реанимация нужна. Я поняла. Что ты поняла? Ты убивал, потом грабил, потом опять убивал у всех. Все. А потом у всех все украл и на этом построил бизнес. Ты мне льстишь, Ковалева. Ой, как стыдно, что люди-то нас вместе видят, а? Послушай, я никого не убивал, все гораздо прозаичнее. Как не убивал? Деньги откуда? Я брал кредиты. Потом на эти кредиты брал еще кредиты. Вот так вот потихонечку раскрутился. Не верю. Ковалева, смотри, вот у тебя талант. Ты свои уравнения как орешки щелкаешь. А у меня другой талант. У меня нюх в бизнесе, понимаешь?
Я не только рисковать умею, но умею простраивать все на несколько шагов вперед. Я умею убеждать людей, зажигать их идеями. Иначе как я, по-твоему, выиграл этот тендер? Вот именно. Как? Ты же даже на скобку умножать не умеешь. А тут целый тендер, мост. Крышаков, ты что-то не договариваешь. Ты что-то скрываешь. Все, мне надоело. Пока? Угу. Ковалева! Перестань меня преследовать, а? Слушай, я за науку переживаю. Вдруг тебя хулиганы поймают. Садись в машину. Отстань. Я вызываю такси. Значит так, либо ты мне сейчас говоришь адрес своего загородного поселка, либо я звоню твоему мужу. Слышишь меня? Звоню твоему мужу, и он приезжает сюда и забирает тебя. Ладно, вези. Пойдем. Тихо, тихо, тихо. Я помогу. Давай. Спасибо. До свидания. Чё, ты сейчас в своем элитном поселке все ступеньки носом пересчитаешь. Ай, вот, не надо язвить. Мы снимаем здесь квартиру временно, пока строится дом. Я так и подумал. Угу. Все, дальше я сама. У-у. Никуда не отпущу, пока лично мужу в руки не сдам. Так что не дергайся. Здравствуйте. Я вашу мать привел. Шшш. Никого дома нет. А что Свет говорит? Я забыла, наверное, когда уходила. А, стоишь? Сейчас, я секунду. Прости. Я никогда не пила коньяк после шампанского. А ты вообще крепче сок когда-нибудь что-нибудь пила? Нет. Слушай, а как же мне тебя одну здесь оставить? Где благородное семейство? Счастливое. Ну, дочка у меня в пятницу и выходные, она у бабушки, а Артур на сборах. Артур. Не Литвинов из параллельного? Да. У него была травма очень тяжелая, внутрисуставный перелом, но это позади, и он скоро вернется в большой спорт. Держи. Как интересно. Никогда бы не подумал, что спортсмен может вот так вот с доктором наук вместе. Почему? Ну, потому что Литвинов красавчик, за ним бегала полшколы, все самые красивые девушки. Спасибо, что довез. До свидания. Подожди, а воды можно? В горле пересохло. Спасибо. На тебя похоже. Это портрет горожанки Николая Ярославцева. Она меня похожа, потому что писала с моей прабабушки. Гениальный художник. Эта картина передается нашей семье по наследству. Единственная картина Ярославцева, которая осталась в стране. Все остальные разошлись по частным коллекциям и крупнейшим музеям мира. Дорого стоит? А у тебя все, да, измеряется деньгами? Ну, извини.
дорого стоит. Только у нас в семье ее даже в самые тяжелые времена не продали. Есть легенда, что Ярославцев был влюблен в мою прапрабабушку, и единственным доказательством является эта картина. Ну, в такую я бы тоже влюбился. Красивая, настоящая женщина. И кто это? Не знаю. Сейчас посмотрю. Это соседка снизу. Жутко скандальная женщина. Мы, наверное, шумим. Ну, а что отсюда? Давай с ней поговорим. Не надо. Давай. Надо, ты знаешь, сколько я с такими соседками разговаривал? Здравствуйте. Артур, пожалуйста, не делай поспешных выводов. Знакомое лицо. Зачем ты пришел? Здесь живет моя дочь. Я имею право ее видеть. Твоя дочка, она в пятницу и по выходным у бабушки. Интересно, ты устроилась. Дочь сплавила, любовника пригласила. Ну-ка, дыхни, мамаша. Ты кто такой, чтобы меня учить, а? Уходи. Непременно уйду. Деньги за машину отдай. На. Подожди. Сейчас ищу. Где? Надеюсь, этого хватит, чтобы я больше тебя не видела. Я тебя узнал. Коршаков. На плохих мальчиков потянула, да? Знаешь что, иди к своей массажистке. Или кто она у тебя там? Счастливо оставаться. Интересно, у нас живут доктора наук. При чем здесь моя ученая степень? Я думал, у вас все чинно, благородно. Знаешь что? У любого человека может быть черная полоса. Mm-hmm. Или ты думаешь, что твои деньги тебя от этого застрахуют? Ну, вот в такой ситуации мои деньги меня точно застрахуют. Ковалева, давайте денег дам, а? Ну, я же видел, этот козел все забрал. На что жить будешь? Пошел вон. Тихо. Я понял. Подожди. Литвинов же звезда. Ну, должен хорошо зарабатывать. К чему весь этот цирк-то? А он уже год не играет. А все деньги ушли на лечение. Такси вызвать? Какое? Пойду прогуляюсь. Не, это много. Это... У нас район неспокойный, вы с такими деньгами. Да еще и подвыпивши. Такими деньгами мы. Не потому что я Литвинов, кто меня тронет? Вообще-то я думала, что ты меня бросила.
Я тебе говорил, что если я не снимаю трубку, значит, я на важном совещании. Такое важное совещание, что ты на нем пил? Пил. После. Чтобы снять стресс. Ну, я надеюсь, сегодня тебя не вызовут на работу? Значит так. Вот мой телефон. Если мне кто-то позвонит или напишет, я тебе даю разрешение снять трубку и сказать, что я умер. Согласна? Ну, если честно, мне это не особо нравится. Чего? Не знаю, какой-то ты странный. Как будто бегаешь от кого-то. Может, и бегаю. Но прибегаю это к тебе. Потому что ты моя тихая гавань. Угу. Тихая гавань? Да. Тихая? Да. Артур! Артур, что с тобой? Мне деньги все забрали. Господи, ты можешь хотя бы подняться? Ну, давай. Давай, что случилось? Ты же никогда не пил. Своей подруге спроси. Кто это? Соня тебя напоила? Хуже. Сменил. Соня? Так, слушай, давай. Сейчас мы с тобой... В больницу. Поедем. Пойдем. Нет, ты что, какая больница? Чтобы все говорили, алкаш, Литвинов. Не вариант. Артур, не у вариант. Тебя кровь. И что? Мои бутсами постоянно пролетают на тренировках. Хорошо. Давай, я тебя домой сейчас отведу. Домой. Что я скажу Марине в такой вид, как свинья приду? Правду ей скажешь, Артур? Не, ну ты чего? Она так сильно рассчитывала на эти деньги. Телефон не украли. Да хорошо. Господи, что же мне с тобой делать, а? Сейчас. Алло? Сонь, привет. Слушай, у меня тут проблемы кое-какие. Я задержусь. Я как закончу, сразу приеду, хорошо? Не приезжай уже. Я успокоилась. Прости, что я выдернула тебя так поздно, но все в порядке. Я потом тебе расскажу, это не телефонный разговор. Да, мне завтра рано вставать. Целую. Пока. Фу. Так. Да. Все, пойдем, едем ко мне домой. Едем. Пошли. Стоим. Давай сюда. Меня. Тише. Слушай, а ты уверен, что с Соней был именно Коршаков? Да. Может, у тебя просто белая горячка? Нет. Это был он, точно тебе говорю. Не знаю. Бред какой-то. Не может быть просто. Ну вот скажи, как он выглядел? Отвратительно как. Рожа такая у него. Наглая. Смотрит на всех свысока. Такой богатый урод, которому плевать на всех. Сиди спокойно, пожалуйста, а? Нет, знаешь, мне кажется, что ты все-таки что-то путаешь. Потому что Макс, он сейчас либо спился, либо в тюрьме, либо вообще бомжует. Да я тебе говорю, я не путаю это. Я его узнал. Знаешь что? Я сейчас Соньке позвоню, и мы точно узнаем. А, не надо ей звонить. Надо будет рассказывать, что я здесь, что меня избили, ограбили. Ладно, ладно. Просто в интернете посмотрю. Да, ладно. Что там такое? Сам посмотри. Теперь я понимаю, почему разговор не телефонный. Ой. Атлант полгорода построил. Получается, да. Вот жена святоша-то какая. Метнулась на сторону богатых. Ничего не понимаю.
Женечка, нормальный у меня голос, не грустный. Ты чего так поздно не спишь? Мам, у меня живот болит. Как болит? А чего ты мне раньше не позвонила? Сонь, да не волнуйся, сейчас врач приходил, сказал, что это ротавирус. Сейчас все им болеют. И через 3 дня пройдет, все будет нормально. Лекарства какие-то выписал? Нет, просто сказал больше пить воды. Да, спокойной ночи. Спокойной ночи. Артур, у тебя телефон звонит. Мариш, привет. Я сейчас в ГАИ, не поверишь. Да, в аварию попал и на такси ехал. Я в порядке. Так, пара царапин. Слушай, сейчас не очень удобно говорить. Давай, ты ложись спать, а я с утра все расскажу. Да. Все, целую. Ловко врешь. Да нет, это так. Не знаю. Складно получилось просто. Да ладно. Да. Соне вообще не нужно было из себя делать кого-то. Мог быть тем, кто я есть. А с Мариной? С Мариной не так. Она вообще думает, что я какой-то человек со сверхспособностями. Не могу я сказать ей, что, ну, просто избили меня на улице. Ну и как ты планируешь выкручиваться? Ну, я кредит завтра возьму. Кредит? Да. А кто тебе даст кредит? У тебя же нет работы. Ну, медаль зато есть. Продам. Ты с ума сошел? А что, она номерная. Коллекционеры заинтересуются. Правда. А, скинь мне на телефон номер своей карты, хорошо? Зачем? Ну, я копила себе на отдых, хотела поехать на море. Кать, нет. Нет, конечно, нет. Перестань. Я все равно в ближайшее время на море не поеду. Ну, серьезно, ну, честно. Не, ну, я, конечно, спасибо, я не могу, Кать, но нет, так дело не делается. Ты мне потом отдашь. С процентами договорились? Не, я думал, ты стерва. Да? У тебя мужика нету. Ну, живешь одна. Ладно, если ты домой не собираешься и будешь здесь спать, то можешь пойти и лечь в гостиную на диване. Хорошо, спасибо. Спокойной ночи. Да, давай. Давай. Надо же, какой у вас сервис, все так быстро. Все готово к вашим услугам. Спасибо. Вы знаете, только вы не могли бы подождать с деньгами? Дело в том, что у меня... Да не переживайте, Максим Викторович за все заплатил. А при чем здесь Максим Викторович? Не знаю, разбирайтесь сами. Доброго пути. Да, Антонина Сергеевна, я уже еду. У нас Пете 5-е занятие, мы будем все пов... В смысле, вообще не приезжать? Кого я обокрала? Вы с ума сошли? Представляешь, в ГАИ. До утра придержали. Ты меня за идиотку держишь? В смысле? Не было никакой аварии, ночью с такси. Я звонила в ГАИ. А, так это, я на часике ехал. Мужик узнал, представляешь, говорит, давай подвезу. Серьезно? А какая марка машины? Какая-то... Не помню я. Да какая разница, я же деньги взял, это главное. Слава богу. Выходи за меня. Ты серьезно? Серьезно? Будешь пилить меня? На законных основаниях. Дома поговорим, не работай. Я все. Здрасте. Я, ну, увидимся. Соли Хамида. Какая все?
Как же красиво, у нас двоечники бывшие живут. Где искать Крышакова? Конечно, в ресторане. И вам доброе утро. Какими судьбами? Похмелиться пришла? Не надо поясничать. Ты зачем заплатил за ремонт? Потому что ты вчера отдала все деньги своему чемпиону. Это тебя не касается. Почему не касается? У меня корпоративная скидка в этом сервисе. И, как видишь, я в деньгах не нуждаюсь. Вот именно. Ты не помочь мне хотел, ты хотел меня унизить. Мол, посмотри, какой я крутой стал, а чего ты добился своими учебой и усердием. Ты не поверишь, мне было очень приятно заплатить за лучшую ученицу школы. Так, денег у меня нет. Возьми вот это, оно дорогое. Ковалева, ты цены в моем ресторане видела? Бутылка шампанского стоит дороже, чем твое кольцо. Ну, признаю же, я был прав, когда выпрыгнул от тебя из окна. Иначе сейчас бы я сидел в каком-нибудь задрыпанном институте, ездил бы на такой же колымаге, как у тебя, и снимал бы комнату с видом на гаражи. Максим Викторович, да? Там на объект срочно вызывают. Уж ты бессовестный, Крышаков. Спасибо, друг, спас, как всегда. Макс, а серьезно, поехали. Да, мам. Почему ты плачешь? Что с Женей? Какая инфекционная больница? Макс, поехали. Подожди, мне позвонит Аня. Это детская инфекционная. К вам должны были Женю Литвинову привезти. Я не знаю, лет 10. Это Коршаков говорит. Так, соедините меня с главврачом. Скажите, вы Женю видели? Девочка, она похожа на меня, только маленькая. Подождите, вы Литвинову ищете? Да, да, мне сказали, что она в четвертой палате, а ее там нет. Ее повезли на повторные анализы. Пойдемте, я вас провожу. И что, это все? Ну, как бы неплохо за старую машину. Что мне с этим делать? Даже если я сюда добавлю деньги за свою машину, все равно не хватит на новую тачку из салона. Попроще купим какую-нибудь. Нам же еще деньги нужны на свадьбу. А с чего ты взял, что я за тебя замуж пойду? Ну, что ты? Ну, ты не поедешь? То есть ты такой между делом заскакиваешь ко мне на работу, протягиваешь какой-то дохлый букет. Так. Брякаешь от балды, выходи за меня. И хочешь, чтобы я, как последняя дура, радовалась, да? А вот с этого места поподробнее. Какое-то, я не знаю, кольцо какое-то, установка романтическая. Совсем забыл, ты же зависишь от общественного мнения. Да, вот я такая бездуховная идиотка. Ну, давай сделаем фотографию. Напишешь, выхожу замуж за чемпиона. А у тебя когда последний раз интервью брали? Чемпион. Подожди-ка, а это тут при чем? Да потому что все забыли уже о тебе, Литвинов. Ты не нужен никому. Я думала, ты курс реабилитации пройдешь и в спорт вернешься. А ты с костыль вцепился и хочешь, чтобы все тебя жалели. Получаешь пособие по инвалидности и рад. Ты думаешь, я поверила, что ты в аварию попал? Не надо из меня делать дуру. Ты когда за деньгами поехал, у тебя пуговица на одной нитке болталась. А когда приехала, она у тебя пришита была. И когда же у нас теперь в ГАИ стали пуговицы пришивать? К черту иди. Я ухожу от тебя. Ну что, все хорошо. Ради вашей девочки приехал сам профессор Климов. Повторные анализы показали, что это не инфекция, как мы сначала подумали. Это аппендицит. Господи. Если честно, вам повезло, что мы провели повторную диагностику. Еще чуть-чуть, и начался бы перитонит. Боже мой. Нужна операция. Ее уже повезли оперировать. Вы не волнуйтесь. Оперировать будет сам профессор Климов. Он ради вас отменил свою командировку в Германию. И еще. Ваша дочь просила вам передать, что она решила стать врачом. Потому что это круто. Не волнуйся, все будет хорошо. Все будет хорошо, ты видишь? А говорят, у нас медицина плохая. А здесь вон сам профессор Климов все бросил и приехал. Mm-hmm. Да, не волнуйся, не волнуйся. Из Мосорок приехал прораб.
Показал, где рыть котлованы, как делать опалубку для фундамента под опоры, ну и свалил. Потапову пришлось пригнать эскаватор, так что с горем пополам мы с этими котлованами закончили. С утра две наши бригады будут строить опалубку. Цемент тоже мы заказали, будем заливать по готовности. Ну, отлично. Да не отлично, Макс. Этим всем должен заниматься Моссорг. А мне приходится бригада с других объектов снимать, чтобы за него всю черновую работу выполнять. Да, успокойся, какая разница, кто чем занимается? Процесс идет? Идет. Ну, все. Макс, добром это не кончится, увидишь. Коль, ты нас умный? Да. Ну, вот и проследи за этим. Извини. Это Крашаков. Как прошла операция у Жени Литвиновой? Отлично. Про вип-палату помните? Так, для ее мамы и бабушки тоже вип-условия. Лекарства какие-то нужны? Угу. Так, подождите. Еду им будут возить из моего ресторана. Макс, ты слишком изощрённый мистер Ковалёвой? Да не, нормально. Пускай знает, на что способен человек, который не умеет умножать скобки. Так, что с арматурой? Макс, ты издеваешься? Пошли! Макс, ну я распинался. Для кого сейчас? Ничего себе, как кормят в больницах. Как в сказке. Если честно, мне кажется, что рядом со мной стоит добрый волшебник. Мне даже выздоравливать не хочется. Так, ну не говори глупостей. Потом за все это мы платим из своих налогов. Походу, я привыкаю к роскоши. У вас все в порядке? Что-нибудь еще нужно? А вы знаете, интернет ужасно тормозит. Даже почту проверить не могу. Мама очень переживает. Не волнуйтесь, обязательно разберемся. Спасибо большое. Привет, Катя. Артур, что случилось? Я войду? Да, конечно, проходи. Слушай, я хотел спросить, это ты мне пуговицу пришила? Я? Неужели Марина заметила? Ну да. И ушла. Ужас какой! Я просто понимаю, как потом сложно найти эту подходящую пуговицу, поэтому и пришила. А давай я сейчас ей позвоню и все объясню. Кать, не надо. Это был всего лишь предлог. Она ушла не из-за этого. А из-за чего? Из-за этого. Молодец, девчонка. С чего это вдруг? Молодец. Потому что ты себя жалеешь. А если бы себя не жалел, то давным-давно вышел бы на поле. А чего, что вы такие бабы меркантильные вдруг? Как человек я не могу нравиться. Только как знаменитость. Так это и есть человеческие качества, сила воли и умение бороться. Начнешь тренироваться, Марина сразу к тебе прибежит. Ты, наверное, Катя, просто колено не ломала. Так, вот здесь бульон, а здесь котлетки на пару. Мамуль, ну зачем? Здесь прекрасный корм. Как в французском ресторане. Странно. А мне женщины внизу сказали, что плохо. И что в палатах по 8 человек лежит. Ну, там, наверное, с более легкими заболеваниями. А Женя после операции заслуживает особого отношения. Ну что, я вас поздравляю. Анализы у вас прекрасные. Так что скоро Женю выпишем. Мы вам очень благодарны. Спасибо большое. Правда, я не знала, что здравоохранение так шагнуло. Я обязательно напишу благодарность на сайте больницы. Спасибо. Платному отделению хорошие отзывы не помешают. Но мы здесь бесплатно по полису. По полису у нас лежат на первых двух этажах, а это платное отделение. Вы не беспокойтесь. Максим Викторович уже все оплатил. Вы меня извините, но у меня дела. Кто такой Максим Викторович? Доктор! Доктор, пожалуйста, переведите нас в обычное отделение к нормальным людям. Я вас очень прошу. Хорошо. А зачем? Так надо. Я не вижу смысла. Все оплачено согласно прайс-листу. Это же не лично мне взятка. Лечитесь спокойно. То есть деньги Крашакову вы вернуть не можете? Конечно, нет. Значит, я сама верну. Отлично. Если вы можете оплатить все сами, зачем тогда вашу дочку переводить в общее отделение? А сколько денег? 300 000. Сколько? Ну, а что вы хотели?
Вам операцию делал сам профессор Климов. Я поняла, спасибо. Удачи. Соня, Соня, очнись, пожалуйста. Ты знаешь, я тебе забыла сказать, что твою статью приняли к публикации. Какую статью? Мама, я ничего не отправляла. И потом, какая разница? 300 тысяч мне за это не заплатят. Слушай, а может быть, да плюнуть на этого Коршакова? Он не обеднеет. Ты что, правда не понимаешь, что он меня унижает? Специально, сознательно. Мол, посмотри, получи со своей учебой. Я убогая и нищая, а он со своей гнилой философией всего достиг, все может. Не представляю, где ты возьмешь столько денег. Я подниму цены на свои занятия. Они, в конце концов, того стоят. Кстати, через 40 минут у меня занятия. Мам, я побежала. Да, Елена Владимировна, я буду у вас ровно через 3 минуты. Извините, но сегодняшнего занятия не будет. А что случилось? Слухи очень быстро распространяются. Все знают, что вы воровка. Что? Как преподаватель вам цены нет. Но я же не могу постоянно за вами следить. Строительный концерн «Атлант» под руководством Максима Коршакова после победы в тендере начал работы по строительству Северного моста в районе Лесной города Рыб... Кать, я не знаю, что делать. Так, Соня, давай успокойся и по порядку. Сапронов пустил по городу слух, что я воровка. Я теперь не могу работать репетитором, мне все отказывают. И научную работу я не могу устроиться. Вакансии там годами можно ждать. Не знаю, что делать. Может, спросить у Трояновой, где нужны учителя математики? Нет, это бесполезно, она побоится тебя пристраивать. Ну, говорила же тебе, не связывайся с этим Сапроновым, а? Знаешь что? Я на него... подам в суд. Ты с ума сошла? Вот прямо сейчас пойду и подам. Соня, подожди, какой суд, я тебя спрашиваю? Справедливый. Если ты это сделаешь, Сапронов тебя засадит. Ты в тюрьму захотела, да? Это он у меня в тюрьму сядет. Он за меня точно срок отсидит. Сумасшедшая. Алло. Да, здравствуйте, продаю костыль. Ну, дорогой, потому что с автографом Артура Литвинова. Это ты, Громов? Не узнал. Да, конечно, подъеду. Хоть час. Давай. Леонид Карлович, вы еще хотите купить картину? Да, продаю. Макс, ну ты там как, живой? Не совсем. Грипп какой-то зверский, температура 39,5. Слушай, Коль, как завещание писать, а? Ну, в твоем случае никак. Все перейдет государству. Спасибо, утешил. А вот женился бы, тебе помереть не дали. И морс с клюквенного сварили. Слушай, ты там пару дней без меня продержишься? Да, болей спокойно, все нормально, справляемся. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. А чем обязан? Мне сказали, что Максим Викторович на больничном. Передайте ему, пожалуйста, лично. Так, может, вы сами передадите?
лично. Я скажу вам адрес. Я не хочу его видеть. Никогда. Благодарю. А. До свидания. Давай, заходи. Ты как, живой? Вот так. Температуру сбить не могу. Чай наливай, пей. Спасибо, вот я тут тебе принес. Это что такое? Принесли в офис, просили передать. Кто просил? Ковалева. Открывай смело. Бомбы там нет, я проверял. Ковалева. Макс, а ты куда? Да, сейчас, я скоро. Что тебе нужно? Открой! Не открою. Открой, я сказал. Уходи. Мне надо с тобой поговорить. Нам не о чем с тобой разговаривать. Хорошо. Я все равно сделаю то, что я хочу сделать. Что ты собираешься сделать? А ты смотри. Наслаждайся. Ты что, пьяный? Да нет, я как стекло. Представляешь, как я давно хотел это сделать. С тех самых пор, как ты заставляла меня мыть руки, прежде чем взять его у них. С тех пор, как ты заставляла меня все это зубрить и запирала меня в классе. Алло, полиция? С тех пор, как ты становилась у меня за спиной и дышала, дышала, дышала. Понимаете? Дышала! Что здесь происходит? Затушите. Извините. Софья Владимировна Ковалева? Да. Капитан Самойлов. Вы подозреваетесь в совершении кражи? Пройдемте.